7 февраля. Река Сочи. Целую ночь шел дождь. Вот так река выглядит зимой. Уровень воды не критичный, но река стала полноводной. Туда она впадает в море. Приходит в Мурпорт, впадает в море. Я хочу показать не только реку Сочи, но и как устроен центр Сочи. Это новые транспортные развилки, которые построят. Вот вдалеке зеленый дом. Это уже железнодорожный вокзал. Вот, а по этой стороне реки торговый комплекс. Окей. И прогулочная зона вдоль реки. Транспортные развилки, горы, горная река. Туи, машины, газоны, дорожки пешеходные, велосипедные. Больше на самокатах сейчас, на электросамокатах катаются по Сочи. И горная река. Вот так она бурлит после дождей. Река Сочи за время нашего проживания, не знаю, ни разу не выходила из берегов. Вот что сейчас в лесу на нашей речке. А кругом горы. Какие сегодня тучи. А там дальше Мурпорт и море. Сколько порогов бурлит. Много новостроек вдалеке. Вот столько машин каждый день в центре.